придется сесть в тюрьму, а осталось решить, кто будет сидеть. Так. Ну и дальше они решают нанять местного зиц-председателя фунта, который профессионально сидит на тюрьме. Некоего Джонни туда-сюда. Взад-назад. Взад-назад. Который занимается со времен президента Клинтона только тем, что сидит за кого-то. Фунт. Да, именно так. Зиц, председатель фунт. Я говорю, а кто будет сидеть? Кстати, проживающие в Китае товарищи говорят, что у них это очень распространено. Когда кто-то вместо кого-то сидит. Это когда у нас восхищаются массовыми расстрелами коррупционеров. Участники говорят, что все выглядит несколько не так.